К нам от администрации рынка поступило предложение съехать с этих рынков всем дачникам, так как вроде бы поступил сигнал, что эти ряды должны закрыться. По какому поводу, мы, конечно, не знаем. Звонили в администрацию, записывались на прием к Радаеву, и нам пока никакого ответа не поступило. А администрация рынка говорит, что им выдали предписание, чтобы эти ряды снести. Нам, жителям и дачникам города Саратова, очень удобно вот это место, удобные ряды для торговли, свои личные излишки дачного хозяйства реализовать, продать. И местное население подходит к нам с удовольствием, все это дело покупает. Вот мы бы хотели узнать, почему и правда ли это, что эти ряды хотят закрыть. Ну, нам пока ответа ниоткуда не поступало, мы не знаем, к кому обратиться. Наверное, губернатору нашей области, Крадаеву, может быть, он может нам ответить на этот вопрос, чтобы мы сюда спокойно приезжали, а то иногда можно так получить, что приедем, а да, этих рядов-то и нет, а нам-то никто ничего не скажет. Но хотелось бы, чтобы это все осталось на месте. Мне звонили со всех инстанций, из Минсельхоза, звонили, чтобы из администрации, о том, что нужно убрать эти павильоны. Вот, ну а как я их уберу, куда этих людей? Их я же не могу позволить, чтобы они торговали на земле там с ящиков, они же никуда не уйдут. Вот, здесь они как бы в безопасности, здесь я за ними слежу, никто их не обидит никогда, ничего. Ларьки эти, павильончики ставились, когда строился рынок, Радаев показывал, где их поставить, что нужно помочь, что должны быть бесплатные обязательные места для пенсионеров. Мы ухаживаем за ними, убираем весь мусор, все вывозим. Сказали, что готовят бумаги. А кто готовит конкретно? Комитет по имуществу. А основания какие-то они объясняют? Ну, тем, что это земля как бы федеральная, часть городской, что здесь не положено никаких овощных ямарок, ничего. Вот, хотя каждый год я отчитываюсь о том, покрасили мы их или не покрасили, убрали мы здесь, не убрали мы. Вот всю территорию эту мы убираем здесь везде. А какую-то альтернативу предлагают? Нет, никакой альтернативы не предлагают. Ничего не предложили, чтобы просто убрали. Спросили, кому принадлежат. Я говорю, ну как, мы их ставили, мы их обслуживаем. Никакой альтернативы, ничего. Я говорю, хорошо, уберем, дайте бумагу, говорю, мы все уберем. Я что покажу этим людям? Что я им скажу?